Привет, друзья! Вы на канале Принцесса Милана. Сегодня я со своим младшим братом Святиком буду или Святославом буду распаковывать посылки. Полетели! Мы будем бороться сегодня открывать. Самая интересная посылка – это самая длинная сегодня. Ну, интересно, что же там? Но сейчас я ее открывать не буду. Это наконец. Сейчас я открою вот это. Я стала там уже давно интересно, что там лежит. Ну, выбираю это пока свет. Это украшение. Как всегда, маленьких пакетиков всегда украшение. Просто. Браслетик, золотой шарик и крылья серебряные. Пожалуйста, напишите в комментариях, что Гарри Поттер ловил это. Видно, с Гарри Поттера получается. Здесь серебряная цепочка. Кстати, ты... Ладно, я тут все эти пока разбираться. Что это ссылка? Я открою эту. Фу, ты не порезала. А что такое? Фу. Она издевается. У меня же есть зубы вампиров. Мне еще зубы прислали. Первый вариант. Какие-то грязные желтые зубы. И второй вариант. Вот это надо сделать. В общем, такие зубы, чтобы пугать. На костяшку похоже. Вот еще одна посылочка. Посмотрим, что же там. Ой, где-то читаю что-то. Какое-то кольцо. Я решила это с два кольца сейчас поносить. Это кольцо с листьями. Ну, как-то вот так. Вот такое, в общем, кольцо. Красивое можно, ну, одевать на улицу, на праздники, на прогулки. Без разницы куда. И теперь открываем большую посылку. Какая большая посылка? Блин, кстати, так хочется, я ее открыть не могу. Я успела вытащить. Ой, это. Я знаю, что это сказать. Есть какие-то цифры. Это легко, кстати, рвется. Вы
это есть. Такой большой коврик для работы с детства. Кожаный коврик, который вообще не пахнет. Ты ложишь свет до серединку и измеряешь, сколько тебе надо, например, на сковородку. И готовишь, естественно. До 16-го не урока не навели, поэтому без разницы, что вы готовите. Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь кучу, много очень интересных видео. Всем пока!